А нашу традиционную рубрику, посвященную 75-летию Победы, продолжит очерк о герое Второй мировой войны Абдулле Курбанове. Снайпером 282-го гвардейского стрелкового полка он от мишени к мишени прошел свой доблестный путь к главной цели – к победе. Подвиги его известны, а вот точное имя героя из Узбекистана Абдуллы Курбанова до сих пор вызывает споры. В наградном листке гвардии рядового Алексея Курбанова подробно описаны его геройские поступки. Первым его боевым отличием было уничтожение 15 гитлеровцев при форсировании реки Днепр. В бою за очередную высоту уже в апреле 43-го года высшее мастерство снайпера Курбанов продемонстрировал, уничтожив 67 немецких солдат. Продвижению пехоты мешал огонь из танкового пулемета противника. Отважный снайпер подполз к пулемету. Двумя гранатами уничтожил пулемет вместе с расчетом, тем самым дав возможность наступающим подразделениям продвинуться вперед. Спустя время новая задача – разведка в село, занятое фашистами. Курбанов выяснил месторасположение вражеского штаба, приблизился к нему, убил двух постовых, проник в дом и убил немецкого генерала и его адъютанта. Сняв с убитого генеральские погоны и ордена, он вернется к себе в часть. На следующий день по радио объявят о том, что эту операцию успешно провели более 100 наших бойцов, захватив штаб, уничтожив вражеского генерала и его адъютанта. На самом деле этот подвиг совершил наш герой Абдулла Курбанов. Спустя время состоится его встреча с генералом армии Ватутиным, который его подвиг сравнит с подвигом великого полководца Александра Невского. В период с 30 сентября по 17 октября 43 года он отличился во время битвы за Днепр. Участвуя в боях за захват и удержание плацдарма на западном берегу, он снайперским огнем уничтожил более 150 вражеских солдат и офицеров. В феврале 44 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленное при этом мужество и героизм Курбанову присвоено звание Героя Советского Союза. Были на счету снайпера Курбанова и поступки отважного разведчика. В одном из сражений за Днепр Курбанов получает задание проникнуть на вражескую территорию, добыть информацию о месторасположении огневых точек противника и численности его войск. Получив важные сведения, он вернулся, и только благодаря его данным артиллерийский взвод, успешно атаковав врага, одержал победу.